огромное. Сегодняшний Юникаст называется «Свидетельство». И свидетельствовать я, ну, прежде всего, для меня это свидетельство не какого-то протеста, а вот это вот, свидетельство того, что спасибо, что ты есть. Спасибо, что вы пришли, спасибо, что мы есть, и что и свидетельство нашего существования, живых и настоящих, вот в этом, во времени. Мне бы хотелось, чтобы сегодня мы говорили. Дело в том, что вот это очень важно, важна очень среда. Я тут пару слов только хочу сказать. По переживанию хранимости, в частном порядке, хранимость человека переживается в полноте, когда человек может сказать, тут немножко приходится быть Маяковским, потому что, вот, ну, понимаете, по каким причинам. И я всех призываю тоже немножко побыть Маяковскими сегодня. Вот в частном порядке человек переживает хранимость только тогда, по-настоящему, только тогда, когда он может применить к себе вот эти высокие слова Спасителя. Птицы и лисы имеют гнезда и норы, а сыну человеческому негде голову преклонить. Это можно пережить в полной мере, в индивидуальном порядке. Дело в том, что меня сейчас немножко другое интересует. Хранимость человек переживает, конечно, и в шоковом состоянии. Идешь ты с девушкой по улице, к тебе подбегает какой-то отвязный парень сзади и толкает вас с девушкой, вы оба летите в грязь и падаете. Ты уже вспоминаешь, что ты служил в морской пехоте, поднимаешься, чтобы это кому-то ответить. И тут ты оборачиваешься и видишь, что за вами грохнулась огромная глыба, которая вас обоих разделала бы в лепешку. В этот момент человек говорит, слава тебе, Господи. Но это не есть переживание хранимости. Переживание хранимости – это впечатлительный процесс, чтобы оно перешло в состояние человека, а не в рассказ какой-то, не в повествование о чуде, которое случилось в твоей жизни. Сейчас, сегодня, может быть, и в силу возраста, меня, вот эта хранимость в индивидуальном порядке я переживаю в достаточной мере. Недостатка в этом нет, поверьте мне. Но что меня сейчас вот очень интересует прежде всего? Меня интересует хранимость места и хранимость среды. Потому что как ты уже думаешь о том, что можно и в наследство передать, что останется после тебя. А вот что я, для того, чтобы было хранимо место, последнюю вот неделю, там, даже больше. Я об этом думаю постоянно, потому что вы видите, что творится с землей. Землю из-под ног похищают. Пейзаж, картину, вид, горизонт, все разрывается. Что хранится? Вот часто здесь вы видите, в каком мы кафе собрались. Понятно, что люди, ну как бы условно, формально, которые нам предоставляют это место, они далеки от поэзии. Мы разговаривали, замечательный человек Татьяна, хозяйка этого кафе, она говорит, ну мне просто как-то некогда, не успеваешь. Вот это вот не успеваешь, я в это не успеваешь очень сильно верю. Я тут переписывался с одним человеком недавно, она мне написала, ну ты же поэт, а я от Сахи. Да я поэт от Сахи, меня интересует одно. Мне интересно быть поэтом народным, и мне интересно, чтобы народ мой знал, что такое поэзия, искал ее, любил и испытывал живую потребность. Я в это верю, и я буду жить. Я и живу для этого, и я буду жить для этого, и это обязательно принесет свой плод. Если бы сегодня там дана была мне возможность, ну не знаю, мне пришлось сегодня выйти. Я знаю, что все, что я делал в этой жизни, плод принесет. Но хочется, чтобы его было как можно больше. Вот о хранимости места. Есть такая экосистема, Михайловская называется. Вы знаете, что Александр Сергеевич Пушкин после себя, когда его там пристрелили, он лежал с простреленным брюхом в постели, от него остались одни долги. Первый момент. Теперь что от него осталось? От него осталось самая экологически чистая территория на Земле, где до сих пор не построили Макдональдс, где до сих пор не нашли нефти или каких-то других полезных ископаемых. Там можно жить и дышать. Там даже те дубы, о которых он писал, что «Здравствуй, племя, молодое, незнакомое, не я». Это очень важный момент, о котором очень важный, простите, я немножко затягиваюсь, но я хочу вам это сказать, как не знаю, как за такт сегодняшнего нашего разговора. Потому что я об этом очень много думал и, наверное, больше многих присутствующих здесь об этом знаю. Вот есть экосистема Михайловская, ладно, отстранимся от нее. Есть такой музей-усадьба Батюшкова-Куприных.
я некоторым здесь уже эту историю рассказывал. Это совсем усадьба Даниловская, там живут обыкновенные колхозники, разваливающийся колхоз. Ну стоит там эта музей-усадьба малюсенькая, ничего там вокруг нету. Вот музей-усадьба. Ну приезжают туда, когда какой-то день рождения у батюшка или Денислава Лубянской письменности. Все, огорожена эта площадка, вот приблизительно как сегодняшняя наша площадка. Вот мы огородились, здесь есть какое-то культурное место. Создалось. Ну вот и там также, посреди вот этой деревни, где там цыгане живут, кто там, кого там только не живет. И пьют, и убивают друг друга. Но, что интересно, называется она «Батюшкова Куприна». Ну вы знаете, что Батюшков, один из моих любимых поэтов, который там писал это замечательное стихотворение, в котором вот, гимн был просто «Доверенность Творцу» или это самое его «О память сердца ты сильнее рассудка памяти печальной». Вы можете все не снимать, мне просто то, что я хочу сейчас сказать, мне нужно договорить, чтобы на пленке место для всех осталось. Куприн потом, батюшка в те времена, ну знаете немножко его историю, он же сильно болел головой. Вот. И когда он уже жил в своем родовом имении, он почти ничего не писал. Что он там писал? Человек, который написал «О память сердца ты сильнее рассудка памяти печальной», он написал: «Вы знаете ли, что из рек прощает с жизнью святой Мельхиседек? Глупцом родится человек, глупцом в могилу ляжет, и даже смерть ему не скажет, зачем он шел долиной чудной слез, любил, страдал, терпел, исчез». Поэтому над этим местом какой-то батюшковской ауры, употребим это слово, быть не могло. Прошло много времени, приблизилась уже революция, не весть что в нашей стране творилось. Александр Иванович Куприн жил в этом месте. Вот Александр Иванович Куприн там жил уже творчески. Он там по-настоящему писал, он смотрел, он там писал гранатовый браслет, и была у него там романтическая история в лесочке каком-то. Возле какой-то сосны, там чуть ли не по-онегински, обмениваясь записками через дупло, встречался он с какой-то возлюбленной. И вот тут там земля крестьянам, крестьяне, получившие землю, решили рощу вырубать. Услышал об этом Александр Иванович. Взял ведро водки, пришел к мужикам и сказал: «Я ставлю вам ведро водки, вот эту сосну вы не трогайте». Представляете, когда это было? Мы мужикам что? Хорошо, водку забираем, сосну не трогаем. Сосна эта стоит там до сих пор. Она до сих пор там стоит, ее можно прийти посмотреть. Вот это не совпадение, это не случайность, это чистая правда. Вот есть мой отец, фигура, там, допустим, в литературе не такая масштабная. Хотя вот для своих друзей это человек, ну, абсолютно уникальный. Что он сумел дать тем, с кем он лично общался, этого просто не измерить. Вот, два слова о его похоронах. В храм он никогда не ходил регулярно. Вот так жил себе человек на земле, на Руси, в городке Устюжна. Когда его хоронили, сначала была гражданская панихида в этом, ну, в библиотеке. Залетели три голубя, всю панихиду просидели, вылетели. Ну, представляете, как это воздействует на людей. И потом на похоронах, во время отпевания, у него на похоронах каким-то чудом присутствовало три священника. Как будто какую-то знаковую церковную фигуру. Там не очень знаковую, но все-таки отпевают. Это в каком-то уездном городе. Вот так вот происходило. Так вот, отец там жил, и то, что он там жил и писал в Устюжне, это чувствуется. И вот эта вот хранимость, она распространяется на то, на что падал его глаз, когда он...